Всем здорово. Будем проходить очередную игру. Игра называется Destiny 2. Пока не знаю, что ожидать от этой игры. Ну, посмотрим. Так, у нас выбор класса. Есть титан, есть охотник, есть варлок. Титан типа женщин. Ой, охотник типа женщины, да, играть? А и здесь тоже женщина. Типа два. Один мужик и двое женщин, что ли? Интересно. Титан. Гордый и дисциплинированный титан, способный как на яростный штурм, так и на несокрушимую оборону. Охотники ловкие, смелые охотники быстро двигаются и еще быстрее принимают решения. Варлоки превращают тайны вселенной в грозное оружие, защищая и сокрушая врагов. Это типа танк, это типа лавкач, а это типа маг. Давай за титана попробуем. Раса и пол. Мужчина. Лицо. Так. Вот это вот прикольно. Цвет кожи. Да ладно, вот это типа у него кожа, что ли? О. Цвет рта. Глаз не видно, глаза будут белые, пускай. Особые приметы. Голова. Рог такой, единорог. Так, подожди. А, тут типа пробудившийся экзо. Это как в экзоскелете. Пробудившийся, как будет выглядеть человек. Так. Давай вот так вот сделаем. Метки. О, прикольно. Закончить. Ладно, так быстренько лицо ему сделал. И все. Проснись, страж. Сработало, я тебя оживил. Не представляешь, сколько я тебя искал. Я призрак. Ну, то есть теперь твой призрак. А ты? Ты долгое время был мертв, так что очень многое тебе будет непонятно. Это территория падших. Тут небезопасно. Нужно доставить тебя в город. Замри. Не бойся, я все еще здесь. Нам нужно двигаться. Скорее. Новая миссия, новый свет. Войди на космодром. Космический порт русских. Он на карантине и довольно опасен. Но пройти дальше мы сможем только через эту стену. Фига себе. Так. Настройки, графика. Самая высокая ставим. Все на максимум прям. Подтвердить. Нужно двигаться. Без оружия мы станем легкой мишенью. Блин, крутая прорисовка вообще, чуваки. Йо. Охеренно. Так, ладно, чё, пошли. Войти в космодром. Нажмите стрелку, чего, чтобы бежать. Ага, Shift нажал, и он побежал. Так, надо в космодром зайти. Сейчас зайдем. Офигеть, графа офигенная, мне прям нравится. Детализация охрененная. Так, мне вот сюда надо, да? Я должен вернуть тебя в город. Для этого нам нужен корабль. Но сначала нужно найти тебе оружие. Пошли. Окей, идем, идем. Что такое случилось? Осторожнее, они вокруг нас. Кто? Не останавливаться. Мы рискуем, но давай раздобудем больше света. Древняя военная система есть. Изношенные провода и ржавчина есть. Стоит тронуть этот переключатель, жди беды. Оп. Что происходит? Бежим, бежим, бежим быстрее. Так, взял винтовку. Я вернул тебя в мир живых не просто так. Ты же титан, а значит ты боец. Будь готов, ведь мы глубоко в тылу врага. Понял. Так, у меня 40 патронов и 727 пуль в обойме, нифига себе. Так, а это кто у нас? Что это такие за монстры были? Я их завалил. Идем дальше. Блин, игра чем-то Doom напоминает. Давно в Doom играл. Нажмите C для ближнего боя. А, удар. Понял. Не отвлекайся. Если датчик мигнет, опасность рядом. Какой датчик, чувак? А! На тебе в жбан. Падшие — сборщики боеприпасов. Пираты с другой планеты, копающиеся в останках человечества. Так, ладно, здесь все. Че, кто там? Блин, вот отдача у этой пушки, конечно. К слову о пиратах. Вон тайник с добычей. Давай посмотрим, что внутри. Прямый дуб. Энергетическое оружие. Так. А еще вот мне интересно. Настройки. Переключение между одиночными патронами и... Есть интересно. Так, клавиши. Добивающий прием. Стрельба, перезарядка, ближний бой. Оптический прицел, Лево, Тяжело так заблокировать. Прыжок. Бег, Приседание, Планение, граната, суперспособность. Взаимодействие. Выбор оружия. Так. У меня два оружия, ладно. Суперспособности, я так понял, пока нет. Воу. Ай-яй-яй-яй. Блин. Не, что-то мне дробажит, блин. Он прям для ближнего боя хорошо. Вот эта вот пушка круче, мне больше нравится. Ех, нихера себе. Чуваки, вот это способность. Круто. Я... Короче, она как-то подзаряжается, походу, эта способность. Так, мне куда надо? И еще... Там кто-то был? Нет. Еще один момент. Я переключу, короче, открыть настройки. Сейчас звук. Так. Я хотел управление. Привязка клавиш. Ближний бой на Ctrl поставить. А присед на C. Все, вот, теперь удобнее. Пробраться через проломы выжить. Окей, погнали. Что у нас здесь можно? Что? Нет, ничего. Еще падшие. Пусть им мало не покажется. Блин, он в броне. Это, конечно, все круто. А как его броню-то сломать? Ага, все. Все, чувак, у тебя больше нет брони. Блин, нихера он там. А где у меня здоровье? Показывает. Я, кстати, пока не в курсе. Твой свет силен, страж. Так, завалил его. Надо это все подобрать. Так, мне типа туда надо, да? В эту дверь можно войти? Нет, нельзя. Значит, мне туда надо. Продолжай движение. Я попытаюсь найти корабль, на котором можно улететь домой. Давай, давай, ищи, помогай мне. Сипихомпаны. Это типа свои или чужие? Внимание! Отряд рейдеров прошел. Все немного хуже, чем я думал. О, чувак какой-то здесь. Тогда им бой. Отразить нападение. Врагов уничтожено 0%. Блин, а где он? Ай-яй-яй, патроны кончаются. Это свой. Как он называет? Закатный ходок? А-а-а, бежим, отбегаем назад. Надо в сторону дойти. Так, это свои. блин, у него разброс, конечно, у этого автомата вообще. Продолжай сражаться. Я ищу корабли поблизости. А вот мое здоровье пополняется. Вон красная сверху полоска. Это мое здоровье, я понял теперь. Блин, ну перезаряд, конечно, долгая. Так. Во-во. На. Че, патроны? Да ладно. Так, а где мне... Ёп! Тишкин макарёшка. Нате, ребята. Мне гранаты кончились. Так, а есть патроны, патроны? О, взять. Что это такое? Пушь какая-то. Обжигательный, что-то там было написано. Ты прекрасно справляешься. Сосредоточься на падших. Отлично. Я получил сигнал. Базука такая. Десантного корабля. Давай отыщем его. До десантного корабля. Все, бежим. Блин, игруха была прикольная, мне прям нравится такое. Да бегу, бегу. Ай-яй-яй. Пора двигаться, страж. Бегу, бегу. Когда мы доберемся до города, ты начнешь понимать, почему я привез тебя обратно. Люди, обещание светлого будущего и странник. Потерпи немного, и ты его увидишь. Чемоданчик, что там есть? Дворецкий РС, силовое оружие. Дробаш. Нормас. Прикольная пушка. А вот и он. Давай заберем этот корабль. Ага, понял. Патроны вот эти собираем, я так понял. Блин, с точностью, конечно, хреново. Давай посмотрим на твой новый корабль. Давай, давай. Он тут уже давно. Не был в деле веками. Повезло, что падшие его полностью не обобрали. Летать сможет? Сейчас сможет. Что, сейчас типа на корабле сейчас полетим, что ли, управлять им буду, походу. Интересно. Прям как Звездные войны чем-то напоминает. Ладно, на орбиту ему не подняться, но до города мы наверняка долетим. Ну а что касается телепорта... Опачки. Нежданные гости. Босс, что ли, какой-то? Destiny 2. Я не знал тебя при жизни, по крайней мере при первой. Смерть настигла тебя в бою задолго до моего появления. Нас свело кое-что особенное. Его назвали Странником, и когда он явился, он изменил твой мир навсегда. Настал Золотой век, и столетиями человечество процветало, пока этому не пришел конец. Древний враг проследовал за Странником через всю Вселенную. Человечество было обречено. Но Странник сделал свой выбор. Пожертвовав собой, он уничтожил древнего врага и вдохнул жизнь в призраков. Я призрак. А главное, я твой призрак. Тебя, как и других, избрал Странник. Ты страж. И это твоя судьба. Достижение получено, этап поручения. Что там еще не успел прочитать? Пережившие коллапс человечества зовут город домом. Вот потому ты и здесь. Чтобы защитить их. И вернуть потерянные миры. Мы пришли. Странник. Последний город. Твой новый дом.